Всем привет! Меня зовут Виктория, я психолог, сексолог и тренер Центра семейного и сексуального образования «Секрет». В этом видео я хотела бы поговорить с вами о том, чего же хотят все мужчины, прям вот все мужчины, чего же хотят от женщины и от отношений, естественно. Ну, с самого начала, наверное, хотелось бы сказать, что все мужчины хотят чего-то разного, и каждый мужчина в отдельности хочет чего-то своего. Поэтому для начала я бы хотела вам рассказать, какие есть основные мужские ценности. Женщинам их знать необходимо, потому что часто женщины в отношениях путают свои ценности и мужские ценности, и дают мужчине именно то, чего сами хотели бы от них получать, а мужчинам нужно совсем другое. Так вот, исходя из этих ценностей, вы тогда уже сможете понимать и давать мужчинам именно то, что они все хотят. Ну вот давайте разберем мужские ценности. Во-первых, это риск, это драйв, это победа, это достижение, это свобода, это секс, это власть, контроль, сила. Вот такие ценности в основном присущи всем абсолютным мужчинам, это гендерные вещи. И зная вот это, вы уже сможете понимать, да, чего же хотят на самом деле все мужчины. Еще очень важно, что мужчины могут хотеть разного от разных женщин, смотря какая женщина, и от отношений, потому что отношения могут быть кратковременные, и тогда он хочет совершенно одного, скажем так. А вот для долговременных и для серьезных отношений мужчина уже может хотеть совершенно другого, да, поэтому вот это вот очень важно учитывать. Например, в краткосрочных отношениях мужчина может хотеть легкости, драйва, свободы, вот кайфа такого, да, а вот в долгосрочных и в серьезных отношениях он может уже хотеть стабильности, спокойствия, может быть, где-то безопасности и так далее. То есть вот это вот необходимо учитывать. Вот. И, наконец, давайте подытожим. Я вам расскажу, что хотят вообще всегда практически все мужчины. Ну, во-первых, легкости. Что значит легкости? Это значит, что ему должно быть прикольно, легко и приятно с вами, да, то есть чтобы женщина его не грузила. Дальше. Мужчины хотят свободы. Они хотят чувствовать, что они не связаны по рукам и ногам, они свободны выбирать и так далее. Далее. Мужчины хотят драйва. Драйва — это значит, чтобы ему было интересно, чтобы отношения его зажигали. Так же, как и женщина. Естественно, мужчины хотят вкусной еды, они хотят удовольствия от не только секса, то есть они хотят кайфа, они хотят удовольствия от секса, от отношений, от вкусной еды, от близости со своей женщиной, то есть это кайф. Далее, мужчины хотят побеждать, а побеждать они хотят свою женщину, особенно в сексе, поэтому, конечно, нужно давать ему такую возможность. Дальше, все мужчины хотят, чтобы женщина их принимала, поддерживала, вдохновляла, когда именно это необходимо, а не с фанатизмом, как обычно девушки начинают с утра до вечера своего мужчину поддерживать, вдохновлять, там, хвалить его, заваливать комплиментами. Хотя это мужчине необходимо только вот в какие-то определенные моменты, когда он, может быть, не на коне. Вот это тоже надо понимать. Естественно, мужчина нуждается в том, чтобы его принимали таким, какой он есть, да, и не пытались его переделать, что часто девушки как бы совершают. И, конечно же, мужчина должен чувствовать, что женщина с ним счастлива, его женщина с ним счастлива, что она считает его самым лучшим и была ему благодарна. Поэтому, девочки, вот теперь у вас есть инструменты, вы теперь знаете, чего хотят все практически мужчины, и поэтому применяйте вот эти инструменты обязательно с умом. Удачи!